Мартовские праздники запомнились этим девочкам волнительным и приятным событием. Средняя возрастная группа хореографического ансамбля «Карамелька» выступила на международном фестивале-конкурсе «Открытые страницы». Всего конкурс собрал более 1500 участников. Слобожане вышли на сцену с новыми постановками в номинации «Эстрадный танец». Выступили девочки очень хорошо, они уже подготовлены к такому конкурсу, очень стрессоустойчивые, переживают все это нормально и адекватно реагируют на все свои ошибки. И, конечно же, есть к чему стремиться. Девочки заняли диплом лауреата третьей степени, 2 кубка получили мы за эту номинацию. Мастерство артистов кроется не только в технике исполнения номера. На сцене случается всякое. Так, например, пришлось улыбаться, когда во время танца спала балетка и в ногу впивались занозы. Несмотря на маленькую неприятность, впечатления от поездки у слобожан остались самые приятные. Помимо концертной, организаторы подготовили большую развлекательную программу. Это и экскурсия по городу, и поход в кино, и посещение зоопарка. В этом году привезли туда жирафа. Это было что-то с чем-то, когда через стекло на тебя смотрит такая 5-метровая махина. Ты можешь в глаза жирафа посмотреть. Это необыкновенное ощущение. Дети это все на себе прочувствовали. Все было настолько ярко и эффектно. Было там одно животное, которое было подано в форме загадки. Нос поросенка, уши кролика, а тело муравьеда. Мы сначала подумали, что это какое-то образное видение такого животного. Но когда мы его увидели, это на самом деле было какое-то чудо природы. После удачного выступления мы сделали детям сюрприз. Мы сводили их в развлекательный центр «Жар-птица» на мультик «Зверополис». Мы пришли на этот мультик, и представляете, это животное в этом мультике присутствует. Если бы мы, конечно, не были в зоопарке, мы бы никогда не поверили. Ну, плод воображения художника. Нам очень понравилась гостиница. Да. Очень. Больше, наверное, понравилось, зоопарк. Там интересные животные, там очень большой зоопарк. И мы бегали от козла. И лам. На конкурсе понравилось, особенно как мы выходили, открытие какое было. Говорили все города, и мы выходили все и кланялись. На конкурсе блистали не только слободские танцоры. В номинации «Декоративно-прикладное направление» свои работы представили ребята из кружка «Креативная штучка». Все трое стали лауреатами первой степени. Ну а коллектив «Карамелька» продолжает репетировать. В планах на ближайшее будущее – отчетная концертная программа, участие в городском фестивале «Веснушка» и выступление на земле северной столицы.